Снова приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас на обзоре стиральная машина Bosch MAC 6 Vario Perfect. В этом видео я покажу вам внешнее состояние данной стиральной машины. Также поговорим в процессе видео о ее технических характеристиках. Ну и в конце включим ее на программу Ajim. Вы сможете сами посмотреть, что она работает, на уровень шума себе оценить, как вам удобно. Вот, как всегда, по традиции, зовут меня Сергей, я занимаюсь ремонтом стирально-сушильных машин, вот, и по совместимости привожу с Германии для дальнейшей реализации у нас на рынке. Вот, внизу под видео будет ссылка на страницу OLX объявления, там сможете, в принципе, в описании к объявлению прочитать всю нужную вам информацию, там будут как условия доставки, оплаты, ну и в принципе также о технических характеристиках также будет написано еще раз, если что-то я забыл в этом видео. Ну давайте начнем с передней стенки, панели. Вот у нас Bosch MAC 6 Vario Perfect. Здесь у нас порошкоприемник, основная стирка, предварительная и ополаскиватель. Можно вытащить. Посмотрите, здесь только у нас пыль только там собралась, больше ничего нет, так все чисто. Также техника проходит тестирование на разных программах, она полностью готова к продаже, дается гарантия. Здесь у нас полностью сенсорные кнопки, видим, то есть процесс стирки, стирка, ополаскивание, отжим, конец. Ну и на 1400 максимальных оборотов отжима. Здесь хлопок, быстрые вещи, микс, экстра курс 15 минут, ополаскивание, отжим, откачка, шерсть, тонкие ткани и, в принципе, синтетика. Вот. Давайте дальше. Вот видим, полностью осматривайте состояние. Также состояние окна. Вот у нас модель 2М28163. Наклейка Bosch. Ну и также вот у нас капельного типа барабан, ну, также резина уплотнительная. Видим, что все в отличном состоянии. Естественно, повреждений каких-то нет, потому что все проверяется. И с повреждениями никто не будет работать. Вот внизу у нас помпа, фильтр. Время от времени нужно осматривать, туда ли ничего не попало с вещей. Легко так защелкивается, собачку вниз и на себя, и также защелкивается. Вот. Какие-то любые предметы можно оттуда забрать, если что-то попало в процессе стирки в вещах. Так, здесь у нас состояние правой стенки. Видим, никакой ржавчины даже априори не может быть, потому что я с ней не работаю. У меня, в принципе, техника, пытаюсь как бы все время привозить технику близкую к идеальному внешнему виду. Ну, можете посмотреть мои другие ролики, увидите, с какой техникой я работаю, если это первая модель, на какую вы попали. Так, ну, в принципе, так все осмотрели. Вот еще состояние верхней крышки, и что ничего не затерто, никаких ударов, ничего нету, то есть она практически как в новом состоянии. Так, давайте мы ее включим. Она у меня уже к сети подсоединена. Вот у нас старт-пауза сразу мигает. Поставили мы на хлопок. Давайте закроем дверцу, поставим ее на отжим. Отжим с полным плюс тогда нужно выключить, нам не нужен набор воды. Вот здесь также сенсор работает. Давайте еще просмотрим другие функции. Speed Perfect или Eco Perfect. Можете выбирать. То есть две одночасье не можно. Также вот у нас Bugelecht и Spawn Plus. Все работает. Возвращаемся к нашей программе отжима. Выбираем ополаскивание. Ставим 1400 оборотов. Все у нас. Видим также индикатор. Закрыли. Нажали старт. Все. Заблокировалась дверца. И сейчас запустится помпа. Примерно вот у нас пошла программа на шлёдерн, то есть на отжим.
сразу. Запустилась помпа. Примерно около минуты будет предварительная откачка воды. Естественно, чтобы отжим не пошел с водой внутри. И тогда уже запустится само вращение. Подождем некоторое время. Слышим, помпа работает тихо. Никаких претензий к ней нету. Отжимает помпа. Посмотрим еще раз состояние внешнее. Вот у нас уже пошло вращение. Тут, кстати, была замена щеток на моторе, поэтому некоторое время она будет еще, пока щетки притираются, некоторое время будет еще так подсвистывать, так сказать. Ну, сами сейчас услышите. Но со временем этот звук уйдет, и когда они притрутся, ставят уже точно идеально на свое место, тогда уже этого не будет. Она будет еще тише работать. Ну, в принципе, такой уровень шума на отжиме. Сейчас она выйдет еще на более мощные обороты. Ну, такой свист сейчас еще будет, пока говорю, пока щетки не притрутся. Ну, это любая замена угольных щеток так будет. То есть, тут ничего страшного нет в этом. Также внизу есть 4 ножки, по которым можно идеально ее по уровню выставить. Амортизаторы также в хорошем состоянии. Выставляете, пользуетесь без проблем. Она не будет там ходуном ходить по квартире или по ванной. Вот еще вот такое искрение еще будет. Потому что щетки притираются. Через каких-то там 20-30 стирок, я думаю, они идеально станут на свое место, и уже этого не будет. Где-то примерно сейчас у нас 1400 оборотов отжима. Можете сами оценить. В принципе, можно дождаться до конца программы, но она уже на максимальных и так оборотах. И то есть еще несколько минут она будет отжимать, потом, естественно, сбавит обороты, будет разрыхление, и тогда уже, в принципе, откроет дверцу. Ждать нам, думаю, не нужно. Давайте мы ее выключаем. Там, в принципе, можно выключить. Спустя некоторое время откроется замок. Ну, примерно так же, минута-две. Будет открыт замок. Забираем вещи. Ну и, в принципе, пользуемся дальше. Ну, на этом у меня обзор закончен. Так и говорил в начале видео. Все доступные ссылки, ссылка на объявление будет под видео в описании, а уже там можете в объявлении почитать всю, в принципе, информацию о ней, ну или также по модели посмотреть себе, если у вас какие-то там в гугле поискать или есть возможность. На этом у меня все. Удачных вам приобретений. Смотрите также мои другие ролики, смотрите мои другие объявления. Техника у меня все время
обновляется. То есть также на каждую единицу техники, к каждому объявлению будет прикреплено видео. Можете на каждую осмотреть. Вот у нас открылся замок. Слышали щелк. Вот и все, можем также пользоваться. Ну, в принципе, на этом все. До свидания.